Едва говорить научились, их тут же поглотил мир моды. С 3 лет девочки посещают театр юных манекенщиц в центре внешкольной работы «Крылатый». Мне нравится по сцене ходить. Здесь, мне кажется, что ничего трудного нет. По подиуму можно не только ходить, еще и танцевать и проявлять актерские таланты. Этому юных манекенщиц специально учат. Несмотря на ценные знания, мальчики обладать ими не торопятся. Ой, мальчики, это у нас проблема. Почему-то они у нас побывают, но очень редко. И они не выдерживают красоту девичью и пугают.